В защиту природы и детские рисунки. В Шамурше прошла традиционная акция «Марш парков». Ее каждый год организовывает Национальный парк Чуваш-Вармания. В течение нескольких месяцев в районе проходили круглые столы и конкурсы, работали выставки на экологическую тематику. Завершающим аккордом всех мероприятий стал фестиваль с торжественным шествием и праздничным концертом. В одной колонии ученики школ, активисты экологических дружин и просто жители района. Более 600 человек с речевками и плакатами, призывающими охранять и любить природу, прошли по центральным улицам села. Нынешний марш парков уже 16-й по счету. Каждый год акция собирает все больше участников. Фестиваль изначально задумывался не только ради выставок и конкурсов. Научить детей ценить природу. Именно эту цель поставили перед собой организаторы. Во многих школах района созданы экологические дружины. Дети самых разных возрастов показывают своим сверстникам пример бережного отношения к окружающей среде. В этом и заключается смысл акции. Мы охватываем широкий круг, значит, аудитории, начиная с детского сада, школьники, взрослое население, с пенсионерами. То есть любовь к природе и пробуждение в сознании наших людей, чувство гордости за наши, значит, красивейшие места. Эффект от проводимых мероприятий налицо, говорят организаторы. Здесь каждый мальчишка может похвастать тем, что в своей жизни посадил уже не одно дерево. Для таких ребят выйти на субботник и убрать весь мусор в парках – милое дело. В садике нас обучали тому, то, что нужно помогать природе, то, что нужно сажать цветы, деревья, убираться, не захламлять там леса. Победителей конкурсов, авторов рисунков и фотографий после шествия собрали на церемонии награждения. Всем участникам акции вручили ценные подарки, дипломы и пообещали встретиться с юными экологами вновь через год. Дмитрий Ковалев, Алена Кириллова, Александр Яковлев. Вести, Чувашия.